Привет, коллеги! В эфире BlondieCode, я Ида Дроган, главный разработчик студии SilverCord VR, и сегодня мой API-сервер умер у меня на руках. И если у вас в логах такая же ошибка, давайте разберемся, в чем дело. Этому серверу чуть больше года, и тестировался он на Node.js версии 20.11. Однако сегодня мне захотелось обновить Node.js и NPM на сервере. И после этого он перестал запускаться, заставив меня поперхнуться кофе, поругаться матом и напугать любимых котиков. Ошибка в консоли гласит, что есть некая проблема со спауном, и, по мнению разработчиков, этой информации нам достаточно. Как жаль, что на YouTube матом не ругаются. В общем, если у вас та же проблема и вы где-то спавните процесс, то просто добавьте опцию shell true. На всякий случай уточню, что опции — это то, что описано третьим аргументом в фигурных скобочках. И все заработает. А теперь минутка теории. Почему нужно добавить эту опцию и что, собственно, произошло? Ошибка spawn EINVAL, голос в моей голове прочел это с немецким акцентом, и я ничего не могу с этим поделать, возникает, когда child process spawn получает некорректные аргументы. Обычно это null, undefined или неверный тип в аргументах, неправильный путь к исполняемому файлу, неправильные параметры или команды, которые требуют оболочку shell, но она не указана. В более новых версиях Node.js были ужесточены проверки аргументов spawn, поэтому теперь при запуске CMD и других скриптов на Windows требуется указать shell true. Так что если у вас, как и у меня, все отлично работало и вдруг сломалось, добавьте опцию shell true. И не забудьте поставить лайк этому видео. На этом я заканчиваю багфиксинг и готова ответить на немой вопрос моих любимых подписчиков. Ася, неужели ты все еще занимаешься веб-разработкой и не делишься с нами новыми видео? Да, я все еще занимаюсь бэкэндами серверов, тесно связанными с игровыми проектами, как, например, этот API-сервер или пиксель-стриминг-сервера для Unreal Engine. И вот конкретно этот сервер является мозгом для креативного проекта нашей студии под кодовым названием SilverCord AI или «Слишком умный NPC». Фактически это сеть серверов, которые отвечают за мозг, голос и эмоции нашего персонажа, а также за распознавание речи игрока. Пока наши NPC говорят только по-английски, но в теории могут понимать любой язык, если вкачать им другие языковые модели. Но это тесты на локальном сервере, не самом мощном, так что пока как есть. На моем портфолио-канале регулярно выходят ролики с общением с нашими персонажами, так что если вам интересно, подпишитесь и посмотрите. Ну и в комментариях пишите, что бы вы спросили у такого NPC, стоит ли делать видео об этом проекте на основном канале, да и просто пишите что-нибудь. Я ужасно соскучилась и буду рада пообщаться. Благодарю за внимание и приятного вам программирования!